И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня будем выживать на карте FNAF 4. Дима, ну что, ты готов? Да, я готов. Подписчики Серега нас будут пугать, а мы с Диманом выживать. Мы нажимаем. Что мы нажимаем? Найт. Ребята, на этой карте есть 4 пиццерии. Напишите в комментариях, какой следующей пиццерии нам записать. Так, да, ночь начинается. Значит, все, идем, значит, четвертую. Я люблю четвертую очень пиццерию, и всем она нравится. А мы ее взрывать потом будем, Дима? Только это даже не пиццерия, это дом FNAF 4. Мы ее взрывать? Так. О, красавчик стоит, о, смотри. Аниматроник, смотри, стоит, классный вообще. Аниматроник. Да, красава, это уже Сережка. Сережка по имени Фредди. Да? Да. А, за что? Я маску могу одеть, смотри. Где? Я F1 нажал, чтобы... Так, вот, я в маске могу ходить. Нормально? Я выгляжу красиво? Ребята, вы не видели здесь это двух чилипизриков? Не, мы видели одного чилипизрика с микрофоном. Тебя видели. Смотрим, вот, вот наше место, наша кровать. Две двери. А где шкафчик? Шкафчик есть. Вот он. Все по феншуй. А, это не шкафчик. Это целая Димас комната. Здоровенная. Нормальный шкаф. Так, а ты что, Димас, играть там? А ну нажми еще раз кнопку, странные звуки. Не? А это может отпугивать надо кого-то? Опа, смотри, Фокси с крючком стоит. Ты что тут делаешь? Ты что? Диман, может двери поставишь, как в Гаррис Моде ты любишь это делать? А как я, что я буду закрывать-то как? Давай, Диман. Старую традицию нельзя нарушать. Все должны видеть и знать, как это делается в Майнкрафт. Сейчас двери. Конечно, тут веревок нету, но мы что-то поделаем. Диман ищет калитки. А, да, я просто недавно здорово. Не играл в Майнкрафт, я не знаю, где они тут находятся. Пацаны, калиток нет у вас? Нашел, Димас. Отлично. Так, пошли отсюда, засранцы. О, Диман, это ты классно придумал. Энергии нету. Отлично. Диман, красава. Надо поставить деревянный, чтобы было видно, кто там ходит за ними. А, да? Ну да. Так они туда их смогут открывать, это же аниматроники. Не-не-не, не смогут, мы их будем лупашить. Хорошо. Кто там у нас? Эй, кто ты? Иди отсюда, засранец. Мужик, уходи. Так, Димас, нормально? О, привет. Диман, открой дверь, я тут застрял. Так, это сам. Ай, жопа! А, Диманчик, я в другую сторону бегу. А куда в другую сторону? Ах ты, жопа! Уходи! Диман, открой двери! Димаса прессуют! Да блин, лупит меня жопка! Закрой! Заходи! Быстрее! Все, сынок, давай, прощай. А может еще двойную дверь поставить? О! Фонари поставим. Ой, это какое-то стрёмное получается. Давай удалим её. Нормально. Опа, а ты что тут смотришь? Здорово, пока. Все, мы ее не удалим. Что тебе надо у меня дома? Надо в моем холодильнике. Мы еще не всю карту показали. О, вентилятор у нас здесь есть, кстати. Включай. А, он не работает? Не рабочий. Это текстурка, наверное. Здорово. Пока. Ударил меня и ушел. Ах ты хитрый жук. Диман, как эта дверь стрёмно? Давай ее уберем. Надо где в этот заходить, Диман. Ты что открыл двери? Гейбот, а то я этот... Ой, у меня ночное жрение кончилось. Так... Тут вот, фонарь есть. Все, давай я тебе кину ночное зрение. О, главное не отравить. Нормально? Все видно. Да кто там клацает нашу калитку новую? Че ты? Уходи. Я ему сейчас, Диман, лещей настреляю. Ты видел? Просто с правой руки ему настрелял. Так, я сниму, наверное, маску, Диман. О, смотри, похаваем. Снимай тоже маску. А, точно, я же в маске хожу. Блин, я уже все забыл в Майнкрафте. Сейчас все. Слышишь какие-то звуки? Что за игра у нас происходит? Сзади, Димас, бей его! Гаси! Ах ты жопа! Крючковая! Крючкомод! Будем бить их вот этими головами. О, башка, иди сюда. Голова крипера сама больше всех бьет. А ну иди сюда. Кто там у нас умный? Я вижу, там ходят, шелестят своими башмаками. Капкейки, будем их еще тортиками фигачить. Так, ого, Димон, давай, мочи! Бей, ах ты жопа жопс! Блин, где масса? Тактическое отступление, быстрее! Какое тактическое отступление? Тактическая смерть, знаешь такое? Держи, почитай, друг. Чё, не читать? Мочу его, Димончик.
То а чё он так быстро меня убивает? Оружие слабое. Очень слабое оружие. Нам нужно какие-то баррикады делать. А, они теперь не смогут открыть? Не, открыть-то не смогут. Чё ты клацаешь двери, поломаешь новый механизм? Ах, ты прошёл. Ах, ты прошло. А-а-а, пацаны, вы что тут забыли? Посмотри, что делают. А как нам от них обороняться? Я не знаю, два оружия какое-то нам дай, модняча. Да, а то они совсем офигевшие. Дай мне гитару Бонни, она очень больно бьет. Сейчас мы возьмем и гитару, и Бонни, всех возьмем. Гитарного Бонни. А нет, самое большое это крюк Фокси гасит. Я его возьму. Давай мне тоже. Димас, ты со мной? Да, да, да. Вот, вот, прогоняем, прогоняем. Да ты что тут делаешь? О, наконец-то мы убили ребята аниматроника. Сразу видно, вы поставили лайкосик. Второго тоже я убил. Красавчики. Так, Димас, давай... Да вот смотри, да ты что тут на нычку ходишь? Димон, вот это ты убийца аниматроника, мне нравится. Уходи, уходи. Есть! Ой, извини, Димон. А я хотел слабо, получилось не слабо. На, держи, меня кто-то... Меня не видим. Да смотри! Ах ты крыса! Крыса, Димон, я отомстил крыса. За тебя. Молодец, я к тебе. Красавчик, красавчик. Это я, это я. Я просто махаю, вот этого челика убей сразу. Бей, бей. Мочу, мочу. А чё, он бессмертный? Ого. Он бессмертный, Димас. Ничего себе. Он кушал что-то бессмертное. Что-то кушал жирную пищу. Так, уходите с нашего дома. А я пошутил, мы хотели вас убить сразу. Так, яблоко золотое лупанем. Тут, я думал, кто-то невидимый, лупить его. Всё, Димас, давай сваливаем из этой комнаты, я уже не хочу. Пошли, 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 сейчас я этого... Умру от него, блин, ну ты смотри, какой челик. Так, ладно. Давайте, ребята. Так, сейчас я немножечко покушаю. Крючок возьму и убью. Есть. Отлично. А почему они бессмертные? Они смертные, смертные. Читеры, читеры. Они хавают золотые яблоки для бессмертия. Золотояблочники. Надо, Димас, тоже нам такие хавать. Так. Есть, Димончик. Нормально мы нормально тут выпьем. Да, пойдет. Четко вообще, феншуй. Феншуй. Так, а давай к тебе тпхнуть феншуй. Давай феншуй. Так, Димас, отлично. У меня есть офигенные яблоки. Они тебе давай, давай, давай. Ты их кушаешь, и ты становишься почти что бессмертным. От жопа. Я их пока в руках держал, меня убил. Так, идем. А подожди, что, к себе челика тп? Ой, блин, не так. Да, Димона к себе тп. Я ничего не делал. Я его почти убил. Вот я к челику тпхнулся. Так, отлично. Да стойте, не бейте, стойте. Ух, аниматроники жесткие, вот так, да, значит? А, мы жестокие. Жестокие, да? Димончик, ты готов? Я разозлился на самом деле, я не хотел готов, этого показывать, готов. Ну ладно. Что ж поделаешь? Всё, Димас крушит, Димас. Крушитель, молодец. А чё так быстро, да как? Димон, накажи их, за меня, за Орду, за Альянс. У них офигенная броня, нам нужна такая же. Я не могу его убить, вот этот chicken fucking shit, чего? Да. Да кто меня бьет? Какой алкаш-то делает? Да все, иди отсюда, гуляй, Вася. Да смотри, на крысу убил меня, а? Давай, Димас. Ты пехаюсь к тебе. Так, я с тобой, мужик. О, что ты там взял? Давай что-то можно. У тебя какое-то модное, может, оружие смотри, есть? Смотри, смотри, что у меня. Автомат пистолетный. О, так. Прозрел. На, держи. Патронов нет. О, есть. Есть, есть. Стреляй, стреляй, стреляй в говно. Отлично, Димон, чилакс. Да че как? Получается, мы не можем защитить, что ли, дом в FNAF 4? На, Димас. Ай, один. Ты че пришла сюда в измерение Z? Все, иди отсюда. Ах, гаси, ты гаси, жопа. Гаси. На, Димас, ты автомат-то подобрал тут? Да, опять ты смотри. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!